10 апреля. Этот общественный туалет у нас закрыли его, чтобы люди не ходили по паркам, чтобы дома сидели. Там впереди маленький отельчик. Это вот парк. Везде скамеечки, можно спортом заниматься. Где-то больше 30 градусов сейчас. Вот такие у нас красивые деревья. И такие штуки на них висят. Такие сказочные. Очень люблю эти деревья. Очень красивые. Пальмы там всякие вот. Лианы обвивают деревья. Так интересно. Это мои любимые деревья. Называют паразитами этих растений, которые на деревьях. Не знаю почему. Но они цепляются за эти деревья и живут. А влагу берут из воздуха. Так они и живут.